Капал. Я Дан попал. О, обиделся, наверное, после льды. Выключи пищалку, сука. Давайте все тут что-то по бафам. Шо, прото не будет. Да, давай, Сендер, что там бафали, что там. Ну, а туда, Ксайл, опять раздай всем и все. Разбафал каски все. Давай. Кто там, Виталик? Давай всем. МП5 будем начинать. Так, пати, Седер броня, становление сосредоточия, там Фридом и сами разбирайтесь, танки. Кто танки сейчас? Ну, да, Прохонская, ты двоих вытанчишь, Халёна и Гарема. Мы чё, уже рыбу ели? Понятно, на Рукус. Поклонский, будешь начинать, заходишь во тьму, Рукус будешь танчить на второй фазе Халёна и Галемов. Четвертая пати, кроме демона, заходит во тьму. Ну, в смысле, наоборот, четвертая пати добивает, демон заходит во тьму. Подожди. Ребят, только что присоединился к... Привет. Куда первая, вторая пати? Восвет. Окей, отлично. Да, отлично. Первая пати. Первая пати всегда во тьме будет. Хавкер, Свету будет. Слушай. А где у тебя тут слот? Так, все по хилам. Анрикс, Эксайл, Свету, остальные все во тьме. Во тьме Крир подиспелит, наверное, на Свету, Монкин подиспелит. Слушай, а может смотрите. Монкин не может диспелить. Рукус не танчил же вроде босса и Галема. Рукус ты танчил, не? Нет. А Поклонский танчил? Смотри, давай лучше сделаем так. Руку станчить тьму, танчишь свет, Поклонский АДК, Кригер спекается в ШП, релит, а я с Шаленси хилю тьму. Опять падать хочешь? Что? Мы не опять падать не хочешь? Падал танк, блядь, никогда не падал танк во тьме. Просто вот вечно тьма вздыхала. Ты что, угораешь сейчас просто? Нет. Один трай из-за тьмы упал, там из-за меня, потому что я просто себя не захилил, это уже были последние траи. Мы типа 3 часа тут сидели. Вы всегда в сухую падали. Куда он спрессал? Да. Пропал. Можно что? В приступ... Ой, в свету подиспелит жрецу? Он прист. Да пусть только он заходит к вам. Он сова. Есть сова, пускай заходит. Продайте фласку на АП, пожалуйста. Два хрута, две роги, жесть. На обмен я тебе просто так дам. Все для войда. Сейчас найду тебе сек. Ой, у вас что-то с памяти не так, мне. Всегда свет падал. Там мы под 10-м трае начал этот экстрим заходить в лезвие и два раза, и тогда мы... Мы стали уже падать. Но я-то могу потащить, но я парить это не буду. Молча не падала опять. Спасибочки. Мне все равно. Ну просто чтобы. Не знаю, Руку говорит, что он не танчил. Может сейчас будет что-то фигово как-то идти. Ну я потащу, кто будет рейд. Берите человека с собой, там хотел заходить. Давай я прорелит, мужика. Руку с тьмой, Поклонский свет, пол-литра ПДК и релит. Чё вы там себе напридумывали? Олег Глахера хочет помериться письками. Не, я ничего не хотел. Я хотел, чтобы танк ненормально. Писю хавала, певчая, боссная, сука. Тебя вообще нахуй, как тебя деты взяли? Сука. Это кто говорил? Ну, чья запись? Это моя запись, я сам ее записывал. Не, ну а кто говорил это? Да, блин, я не помню кто. Какой-то ДК. Солчата. Заряженная, да, заряженная. Там, короче, его разрывали весь рейд. О, вон Пулпер зашел. Берите его. Он уже был в рейде. Ну что, может, начнем уже? Почему мы стоим просто так и на босса смотрим? Сейчас лютый зайдет на собой и начнем. Так,
Джерин вон в онлайне с КД, чё вы? Ну, если бы он хотел, Олег, он бы уже пошел. Хочу, чтобы его поумоляли. Напиши ему в личку, пошли, Джерин, пожалуйста, умоляю, ты лучший игрок на сервере. Ты, бля, на приколе, я перед сбором. О, здорово, Дима. Сказал, что я АПК, АПК, только что пришел. Дима, заходи на хапало. Дима, ты можешь сказать, как твой ник на пулпере переводится? Войд Фурика, я в протик. Давай. Красава, просто лучший. Он там баф плюсует, берите бафы и погнали уже. Алло, Войд Шторм, ты тут? Войд Шторм. Возьми ты кого-нибудь уже. Кого взял? Додика. МГЦ меня будет кикнул. Додик. Ну иди теперь сам бей. Бля, чё вы это, кстати? Чё это такое? Ну так давай Войда кидай во тьму, пусть во тьме Фурик дамажит и всё. Дайте бафы по паладинам, по Джерриану. Да, секунду релогнусь, у меня багается Джага из-за правосудия света, которое падает с горожан. Здорово, Джага. Руку станчишь первый, заходишь во тьму, клонский, на второй фазе будешь станчить каленой големов. А чего Христа все писал? Да? Ты на ком WhatsApp? Я на Кристи. Ну, так ты диспелишь свет. Я тьму диспелю, я тьму. Ты, Слава, давай свет с нами, Макгрегор, во тьму пойдешь, короче. Окей, понял. А есть кого-то мама? Дайте иннер на Джерриона. Кто да, он подышится? Там друиды и адмиральчик кидаешь Барвали на второй фазе, когда зайдем во тьму, сразу кинете я, Апис кинешь Анриксу. Дайте бафы по паладинам. Есть рыбка? Не, нету. Дайте приста баф. Вроде все. Давайте. Пей ману, дайте ему иннер, поставил трусы на него. Не надо, я рубил ману. Дайте ему два иннера, друиды. Я в свету хилю, да? Да, ты в свету. Ты диспелишь свет, Олег. Ага. Чё не ты? Ну, лидфрейма нету. Тогда ты диспель. Его нету. Легче диспелить. Пусть приз диспелит. Давайте, заходим за линию, чек на пол. Смарт-килл где-то там. Барвали, тьму хилишь. Смарт-килл, охотник, ты с нами? Двигается тут. Кто танчит голема? Смотришь потом. Ну, мы опять стоим. Охотника ждем, смарт-килл. Кто это вообще? МД, ладно, без него пойдем. Ну это умный килл. Как вот он двигался только что, смарт-килл. Так, давайте, все готовы, ДК, заходи за линию, начинаем. За что кикнули, когда я тут был? Возьмите его обратно, иди бей босса. Чё тут? Так, а чё ты не отвечаешь? Смотрим метеорит. Бежим. Смотрим в лужи. В рейд.
бежим. Уже рейд. Пьем халюн и переводим танк сразу. Заходи, четвертый остается, кроме демона. Заходим. Беги, огурец. Заходите. Заходите. Пропускайте лезвие ближе к морде, сейчас выносите. Только не в лезвие. Смотрим на ком. Крач, пускай ближе к морде. Там дроиды, кидайте инра своим шаманом. 52, готовьте свет, после лезвия будем выходить. 51. Так, надо будет стопить ДПС, короче, скажу, когда стопнуть. Пропускайте. Давайте, выходим, свет, выходим от портала, нормально выходим. Выходите. Рост свету. Свету пирамидка ровно назад вносим. Exile, прожмись, кто там танчит свет. Смотрим, Микел сейчас будет. Бежим. Смотрим, лужа, в рейд две штуки. Рост во тьме, играем по трэшу все. Все только трэш. Блять, адмирач, ГС отжарю на быстрее. Поклонский, прожмись, хитрый Поклонского. Дайте, жрец, вот дай им на ману, ставьте тотемы. Олег, ставь тотем. Присты бьем через взрыв, хитрый Поклонского. Смотрим, метеорит бежим. Так, свет, стоп, халёна, ждем трэш свет. Лужи в рейд. Большой в рейд, большой в рейде. Давай, Сакру. Падаем. Не падаем, не падаем. Свет, только трэш бьем. Падаем. Два БРа есть, два БРа, только два человека у меня. Ну, сейчас уже поздно, сейчас заходите. Что ты так постоянно говоришь? Есть же... БР, блин. Нет БР, один БР остался. Ну ладно, один БР был, два умерло. Можно было этого поднять ШП. Так и более-менее еще можно было тройну. А можно сразу ГП начитать людям, чтобы они не расслаблялись? Да. А как ШП умирает постоянно от мелких, блять? Вот когда живой большой, вы мне не подскажете? Но что это надо делать? А как мы упали? Бля, не знаю, Джерин что-то вроде трэш пришел, короче, его не бил. Но я трэш трижды мастан кидаю в тебя. Какого хера на те мелкие? На ком? Бля, я со всех мелких забираю, но только не с кота, вот я вам отвечаю. Просто почему у тебя по большому нет урона? Что, блядь, с этих мелких? Что с пимпа, что жрец, блядь? В кота ни разу с не кинул мастан, понимаешь? Спасибо. Так, кому там ГП? Жрецу, да? Да, жрецу. Да, не знаю, умер где-то, но он большого не бил.
Там я смотрю, и другие больше мелкие бьют. А большие же мелкие бьют. Вова, наверное, потому что... Можно, ребята? Вова, можно одну минутку? Я сделаю макрос кое-какой. Там Маратик мою истерию пиздит. Ну, РДД вроде как большого должно быть. Ты умер от мелкого трэша. Лес, где твоё ДД по большому? Что это за 56 тысяч? Так. Джерри. Да это ИГП. Кто еще умер? А Мак этот, Макгрегор как умер? Тоже падает. Но он умер уже, когда откуда что падает. Нет, он нет. Умер с вами. С этим, с Престом и с кем-то еще там. Вот что ли умер, да? Макгрегор вроде как в лезвие. Я не знаю, лезвие начались, и он сразу умер, я не видел, где он. Жрец, он в жопе стоял. Включай, смотри, ты когда бьешь мелкий трэш, включи мозг хотя бы. Если ты бьешь иссушением, он пойдет на тебя. Чтобы он на тебя не пошел, ты включаешь уход в тень. Как он называется? Да, уход в тень, по-моему. Скилл, который снимает агро с тебя. Какие интеллект, а? Давайте тут фулбафы, давайте. Что там, менту дайте. Что-то не хватает еще. Ладно, давайте чек на пул. Кондум, Ваня, дай себе. Блядь, девайс трейда, короче. Мне не нравится, как ты так пишешь. Умер живой, умер живой. Это кто? Кто такие живой огонь? Это мелкий трэш или нет? Там да, живой огонь это мелкий. Но то он нас за долбоёбов считает, или что, я не понял. Не знаю, он мелкий трэш набил 230 тысяч. Жрец, убей взрывом разума. Так, давайте, заходим в зрение, все готовы. ДК, иди на позицию. Я в чат подключу. Давайте, все готовы, ДК начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса. Бежим. Смотрим мелкий трэш. Макгрегор, выноси быстрее. Через хвост возвращайся. Ты видел, чем в танка? Поворачивай, поворачивай, готовь сакру. ДК в хронтанче, веди. Лови второго большого, давай, готовь сакру. Да, блядь, беги, давай сакру. Ну уходи отсюда. Хаос. Диспэд. Живой адское пламя, пройди. Это как бы... Дай сак, дайте да. Мастера у рукава от огня. Да все, это мой. Так у нас большой тут. А большой в рейде. Нормально, перевели. У нас минус 9. Главное, что перевели, да? Это же половина громкой стопоки. Надо было всем в этим музыке. Это танка проблема. Ну это бы такого еще не видел. Поклонская просто растерялся, наверное. Ну, типа ноль раз такого было. Вот он и потерялся. Ладно. Ничего страшного. Меня больше волнует этот прист. Че, сейчас все нормально. Он не умер. Иссушение было, но он не умер. Да я не за этот край. Не, если так сейчас еще пару трайв, тогда придется кого-то вместо шамана искать еще.
Давайте стоп, давайте, фулбаф. Релогнусь быстро. Через это в 4. Да-да-да. Дайте там мазбафайте, стойте пока мазбафы, пристабаф, лапку дайте. Все, подождите, не надо мазбафать, кушайте рыбу. Все, можете фулбафы давать. Дайте, давайте, дайте я зайду сначала. Валера, вообще-то 1399, это 100% вернул. Вообще-то 1400. 1399. А в подкатке 1400 написано, кому верить? Не 399, там просто после запятой идет или 5, или 6, не помню, 1399, запятая, там 53. Да, да, там больше, чем 1399, там с десятыми, поэтому нужно 1400 сделать. Дайте каску, вот так, разбавьте. Сейчас, подожди, Ваня, я захожу. Секунду. На ванили разве есть обликсовый? Так, идите, давайте там. Идите на позицию, сейчас вам каски добавлю. Сейчас, секунды, ман, отопьют у меня. Нет, нечем бафать. Дай голды, Влад. 14 голда надо на починку, или 15. Хотелось бы еще это... Поставьте. Посмотреть. Поставьте мамонта. Посмотри лучше новую серию, там Карл умрет. Ебать, блин. Давайте чек на пол. От зомби? Я не знаю как, по-моему, он умрет от спасителя. А, это? По-моему, ты тут, Леша. Так, походу. Давайте все, заткнись, Олег. Давайте все готовы, ДК начинай. Бежим. Смотрим лужи. Бреет. Отошли от Халиона, смотрим, сейчас будет метка метеорит. Халкер, выноси. Поворачивай, поворачивай, беги, Поклонский. Готовь сакру. Лужа, давай сакру. Мелкие растут, отводи мелких. Так, заходи, ДК, не заходи. Иди на позицию, ДК, как ты начинал танчить с самого начала. Рейд так же само. Давайте, ДК, заходи. Заходим рейд. Прицел, бей взрывом. Беги, малышка, беги! Черт, в жрец его. Ну, бьет. Бьет? Угу. Заходите. Макгрегор, выноси. Нет, это Макгрегор. Беги до стенки. Заходите? Заходи. Диспельте. Друиды своим эдшманом и нужны. Что ты делаешь, Макгрегор? Ё-моё, что ты делаешь? Беги к нам. Чё ты пятками бегаешь?
долбоёбы. Не сказал, так они уже все. Выйдем, он отлезнем. Апис лизнёшь. Я слишком близко побежал. Понятно, что близко. Зинтаж. 54. У меня КДСС. Апис лизнёшь, когда выйдем. 51, готовьтесь. После резии будем выходить, портал не залезет. Фискер, выноси. Выходим. Реса, он тут где-то валяется рядом, давайте. Давайте расцвету. Первую метку ровно назад выносим. Лапис, Реса. Монкин, выноси. Лапис, ты говоришь, адмиральчик, Реса. Бежим. Подожди, бежим, бежим. Повезли. Смотрим лужи. Лужа вреет. Так, смотрим. Рост во тьме, свет играем только по трэшу. Свет холёно не бьем, стоим курим. Бейте большого РДД. Стоим просто курим. Только РДД бьют большого. Рост во тьме там дайте, если сказал. Жрец, выноси. Играем по Халиону. Давайте бежим. РДД, не бейте мелких. Лужа вреет. Играем только по Халиону. РДД, бейте больших. Стопаните чутка. РД добивайте большого, мирики играем по Халиону. Бежим, бежим. Смотрим лужи. Давай, пойдем. Бьем Халиона. Вы и вынули. Играем трэш. Алло, свет, алло, играем только по трэш. Алло, прием. Да, тебя слышно. Его не дисплей, потому что не дисплей. Давайте, свет, Халёна не бьем. Халёна не бьем. Добивайте большого РД. Апис, выноси. Давайте, бьем Халёна. Поворачивай, поворачивай. Готовь сакру. Готовь сакру. Лужа вреет. Давай. Не надо. Давай. Свет, играем по мелким. Отведи мелких, отведи мелких. Испал. Это Халёна не бьем, только мелких. Только мелких. РДД, бейте больших. Апис, Андромалик, давайте Инера. Играем по Халёну. Нормальный метку вниз. Под морду. Так, бежим. Так, Халёна не бьем, ждем трэш. Курим. Варвали, выноси, Поклонски, прижмися. Давайте, бьем мелкий трэш, это добейте больших. Большого. Так, Халёна не бьем, 60, ждем и добиваем. Халёна не бьем, бейте большого. Макгрегор, Макгрегор. Бим. Все, добиваем Халёна. Беги, нет, Макгрегор. Все, бьем Халёна, смотрим, сейчас лучше, будем перебирать. Бежим. Все, и добиваем. Прожмитесь, танки. Смотрим, лужа, трэш на пульте. Лужа, вреет, дай сахар. Опасная лужа. Вреет. Не, уже добиваем, добиваем. Колечко. Вот это лут. Тролльте тапки на мейн. Этот мир сгинет в огне. Нормально лучше. Влад, тебе нужно на кого ИП? Роди кольцо.